Виктория Арчакова учится в первом В-классе и, похоже, знает о пожарной безопасности все. Объясняется это очень просто. Мой папа пожарный. Когда в пожарной части вызов, папа надевает форму и выезжает. Пожарная машина у него большая. Номер 01 или 112. Теперь за учеников первого В можно не волноваться. Они знают, как вести себя в случае пожара. В день самоуправления их учитель – профессиональный огнеборец. Дым увидел – не зевай, и пожарных – не зевай. Вызывай. Все правильно. Молодцы. А пока малыши узнавали, как в случае пожара могут пригодиться горшки с цветами, ученики 4 класса окунались в мир профессий. Примерить на себя роль строителя или, например, врача лицеистам помог ведущий Одинцовского телевидения Алексей Лагутин. Здравствуйте! Садитесь. И хотя все профессии важны, отдельно на необычном уроке поговорили о телевизионных специальностях. Ведущий человек в кадре. Именно он сообщает зрителям последние новости, а значит, говорить должен грамотно и четко. Для борьбы с кашей во рту и для улучшения дикции отлично подойдут скороговорки. У фортепиано графиня, у графины гриф. Еще раз. У графины графиня. В календаре у лицеистов традиционно два дня самоуправления. Один приурочен к профессиональному празднику учителей, другой проходит в канун 8 марта. Темы уроков выбирают сами родители. Главное – хорошо владеть материалом и суметь заинтересовать детей. Есть представители определенных профессий, есть родители, которые занимаются, преподают спортивные, дают спортивные уроки, есть родители, которые рассказывают о науках. Только что папа рассказывал в одном из классов о Древней Греции, рассказывали о географических открытиях в третьем классе. Ну, очень много различных направлений. Мы не ограничиваем родителей. Дни самоуправления ученики 6-го лицея ждут с нетерпением, ведь это возможность не только выйти за рамки школьной программы, но и испытать чувство гордости за маму или папу. Девиз учебного заведения – только втроем и только вместе. И такие дни как нельзя лучше доказывают, что совместными усилиями педагогов, детей и их родителей можно добиться, если не всего, то многого. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».